Чизказгану в этом году 69 лет. Для горожан это особенный праздник, его отмечали в течение недели. Завершились мероприятия большой концертной программой и награждением всех, кто внес вклад в развитие областного центра. Зибатхали Стабай – ветеран строительной отрасли. Он внес большой вклад в возведение крупных объектов Жизказгана. Почти четверть века он преподавал в строительном техникуме и воспитал тысячи студентов. В честь Дня города его труд был отмечен заслуженной наградой. Наш город является центром целого региона. Здесь строятся новые здания, дома, ведется благоустройство. Поэтому каждый наш житель, особенно молодежь, должны внести свой вклад в развитие Жизказгана. Благодаря этому наш город будет процветать, и у него будет светлое будущее. У Жизказгана началась новая эра развития. Спустя четверть века статус областного центра вернули городу. И это одна из причин, почему местные жители отмечают этот день по-особому. Мы очень любим наш родной Жизказган. Живем здесь уже много лет. Радуемся, что он растет, развивается, молодежь получает образование. Надеемся и верим, что наш город будет самым передовым и перспективным. Сегодня день рождения нашего любимого города. Желаю, чтобы Жизказган, имеющий глубокую историю, всегда был городом молодых людей, чтобы он развивался и процветал. В этом году День города отметили масштабно. В течение недели были организованы встречи с ветеранами труда, мероприятия, посвященные образованию и бизнесу. Словом, все для развития областного центра. А завершилось все гала-концертом с участием звезд казахстанской эстрады и зрелищным фейерверком. Нургуль Абильна, Игорь Скакенов, Нурбол Сдыкбаев, Гульшахира Серикбаева, Хабар 24, область Улытау.